Это начинается жара. Девочки, вы готовы? Старт 200-метрового этапа. Девочки, первого. Девочки, вы готовы? Очень сложная эстафета. Начинаем! А я на том углу не вижу никого. Есть там кто-то? Скажите. Девочка один, есть там? Дина! Раздеваются. Вика разделась. Ксюша тоже. Дина снимает штаны. Дина разделась, девушки готовы. Девочки готовы там, да? Да. Все. На старт! Оп! Саша, давай! Надо же раздеться. Так, девчонки, это не очень долго, поэтому ходите. Дальше дорожка общая первая. Ну, вы можете встать, я даже помогать не буду. Илья Щеканов повел забег, но Валера и Саша не отстают. Понятно, что будет все решаться на последнем круге. Они сейчас... Передача палочки рукой. Сильнейшие девчонки топят на полную. Вика, Дина. Дина подрезает. Вика, держись! Ой-ой-ой, падение. Были ставки на падение. Ничего, встали, встали. Ничего, ничего, она достает. Юля, давай, ничего не случилось. Играем, играем, играем до конца. Таня, Таня, бежать. Доставай. Девочки, дышим, выходим на линию. Паша, давай. Давай, Паша, хотя, конечно, мальчик. Баба 600, видимо, это немножко не то. Так, вот Егор и Никита. Егор обходит. Ох, я говорил, что эта команда может задать жару. Все ли мы еще? Куда все? Ой, чудно. И Чичкан, пошел. Достанет ли Сашу, достанет или нет? Илья, Илья бежит. Саш на широком шаге. Сейчас. А когда? Чичкан, Валера. Внимательно, Валера первый. Чей? Валера. Вот пока. Ой, я пропустил. Девочки, Валеру, да. Дайте дорожки. Чичкан второй. Ну что же вы так бегаете? Ой, Юля. Растянулась наша эстафета. Мурат, работай! Давай, давай, давай! Пропустил, возможно, передачу. И Фазлежанова Дина становится чемпионом спринт-лиги Тахион второго сезона. Ксюша сделала все, чтобы Вика сегодня не защитила свой титул. Ну так бывает. Как говорится, несложно занять первое место, сложнее его удержать. Не падайте. Да девчонки стояли, не выпускали Юлю.